отрасли торговли самый большой удельный вес работников занимают как раз продавцы. Это люди, которые стоят вот на последнем рубеже между предприятием и покупателем. Это люди, которые каждый день контактируют с покупателями, которые отражают настроение предприятия. В конкурсе участвуют 7 работников торговых предприятий района. Первое задание – визитная карточка. Продавцы должны продемонстрировать умение презентовать себя, свою профессию, свой магазин. Энергии хоть отбавляй, но жизнь со мною просто рай. Людмила Холкина работает в торговле больше 30 лет. Говорит, сейчас профессионализм продавцов особенно важен, ведь нужно уметь заинтересовать покупателя. Человек стал свободней. Человек стал, очень большой стал выбор в магазинах продовольственных и промышленных. То есть у человека всегда есть выбор, есть альтернатива. И поэтому, чтобы заинтересовать покупателя, очень много нужно. И я думаю, что только вот своим обаянием, какой-то своей изюминкой можно привлечь покупателя в тот магазин, в котором ты работаешь. Галина Рассол – продавец магазина в поселке Целинный. Работу свою считает трудной, но интересной. В другой профессии себя даже не представляет. Вообще интересно, конечно. Особенно, когда товару много, когда нового товара завозят. Это все разобрать, это все хочется пощупать, посмотреть. Особенно я вот люблю посуду, люблю игрушки, люблю вот это вот все. Надо самой первой все посмотреть, все. Чтобы знать уже, что это самое. Ну и с продуктами также стараешься все попробовать, чтобы уже знать, что можно предложить кому-то. Кто-то любит такое, кто-то такое. Вкусы изучить покупателей. Профессионализм продавцов оценивают по разным критериям. Задания для всех одинаковы. Например, визуально определить, сколько денежных купюр находится в пачке. С закрытыми глазами угадать товар по запаху, консистенции и вкусу. По результатам конкурса больше всех баллов набрала Ольга Трель из Улыбинского торгового предприятия. Она и стала лучшим продавцом района.